конечности, одна голень и одно бедро. Ну, вот я уезжал в Москву, и как раз у нас тогда поступила эта партия стержни, можно было поставить. Я говорю, Амирка Николаевич, не трогайте, вот я вернусь, давайте мы сделаем интрамедулярный синтез, хотя бы одной ноги, хотя бы, чтобы она могла опираться на нее. При всем его величии, Амир Николаевич, как удивительный человек, я возвращаюсь, сделан операцию там и там. Я не знаю, как он успел за 3 дня все это сделать, параллельно, конечно. Идеально стоит, все идеально. Пластина, и там пластина, и там. Почему на бедре пластины, не помню, не знаю, но вот так, ладно. Все идеально стоит. Я говорю, ну и скажите, пожалуйста, через какое время она встанет на ножки и пойдет сама в туалет на костылях, а не будет заезжать на этот, на сидячий такой. Ну, молодая, ну, месяцев 9, может быть, год. Представляете, на каталке, кто-нибудь заезжал в туалет на каталочке на этой? И как это, к столу подъехать, а у кого кухня маленькая, да, там, не 15 метров, не 16 метров. То есть качество жизни, если две конечности нижние повреждены, то хоть вы плейтер, а вы там кто? Одну конечность, проходите, ну, кстати, мы ждем вас. Одну конечность мы должны обязательно, ну, если, конечно, есть такая возможность, одну конечность мы должны, по крайней мере, биосом зафиксировать, блокируем интрамедулярный остеосинтез, чтобы хоть она через какое-то время была опорна. А если две, это вообще будет замечательно. Поэтому ваш опыт очень важен. Между прочим, такой большой опыт, серьезный. И хороший, серьезный анализ. Спасибо большое. Коллеги, может, вопросы есть? Спасибо. Скажите, пожалуйста, вы очень приятно было услышать то, что признаете проблемы. Какие-то пути решения намеченные насчет проксимального отдела шевелевцов кости. Видеоассистенция, сухая артроскопия, задние доступы, что там? Конечно, чтобы... несомненно, здесь является... Что делаете? Выходом из этой ситуации – это артроскопический контроль, чтобы не идти на полную артротомию со всеми осложнениями, артрогенными контрактурами и прочим. Конечно, как бы, современность технологий и прочее диктует необходимость артроскопического контроля, выполнения вмешательства для выведения суставной поверхности. Соответственно, но нет издержки скоропомощной службы. Желание, значит, наслаждение. Ну, я кратко, просто сосудистые изменения, повреждения, потому что раньше, в 80-е годы, считалось 70% осложнений при переломах голени связано с сосудистой системой. Ну да, это отдельная как бы тема, в принципе, для дискуссии, для обсуждения, да, не говоря уже о посттравматических венозных нарушениях, не говоря уже о том, с какими процентами люди в принципе попадают и в травму, и на операционный стол, и мало-мало у кого старше 40 нету атеросклеротических изменений в сосудах нижней конечности, чтобы там была трофика 100%, это, конечно, к сожалению. Спасибо за хороший доклад. У меня есть такой вопрос. Недаром говорят, нет ничего лучше того, что недослужно забыто. А как вы относитесь к такому, будем говорить, условно говоря, идеальному варианту, который мы не применяем? Закрытый диафизарный перелом, закрытый аппарат, стандартный. Для репозиции и первичной фиксации. Аппарат короткоживущий, не надо его тянуть до консолидации, получать инфекционные осложнения вокруг спиц. 2 месяца. После этого аппарат снимается до образования провизорной мозоли, которая уже, в принципе, достаточно стабильно удерживает отломки. И накладывается по законам функциональных повязок, которые 30 лет назад были предложены американцами итальянского происхождения, Луиджи Латте и Аугусто Сармиенто. Гипсовый тутор или пластиковый тутор без фиксации коленного и голеностопного сустава с лечением ранним выдерживанием веса. Все те принципы, которые секция АУ предлагает, они в этом варианте присутствуют. И все осложнения, которые возникают обычно, они этим вариантом нивелируются. Почему мы не используем такой метод лечения? На самом деле, как бы отчасти это можно включить в тот список вопросов, ответ на который я искал, решив пересчитать. Давайте я отвечу на этот вопрос. Знаете, когда итальянцы, американцы итальянского происхождения это предлагали, это было сколько лет назад? Они не предлагали такой вариант. Они лечили движение скелетным. Правильно. А здесь нет движения. Здесь нет. Здесь сразу ранняя активная и нагрузка. Характер травмы изменился. Сейчас высококонтузионная травма. Поэтому 2 месяца. Сегмент срок. Взять, сегмент, ну, это, да, сегмент перелома, который позволит вот этот вариант использовать. При оскольчатых переломах, полифрагментарных, с максимальной тяжестью повреждения мягких тканей структур, не вопрос.
а ведь достаточно много переломов, которые вот под этот вариант могли бы подойти. Сроки заживления изменились, и сроки консолидации изменились. Поэтому История развивается по спирали, и, может быть, действительно. Но у нас нет никакой хирургической агрессии в данном случае. Нет. Мы не ухудшаем в данном случае ту первичную травму. А ведь это получается самый главный фактор. Время обездвиженности. Никакой обездвиженности нет. В аппарате ходит. В аппарате ходит, внутри ходит. Два месяца достаточно ли для того, чтобы схватилось так, чтобы можно потом утром ограничиться? Вполне. У нас была девочка из БСНП, Зайка Оля. Ну, мы ее так назвали, 18 лет ей. На костный остеосинтез, 8 месяцев прошло, голень, средняя треть. Ноль. Там вообще агрессия, Валерий Николаевич. Там агрессия, там пластина, которая по переменной нагрузке нивелирует полностью свои... Хорошо, а качество жизни 2 месяца в аппарате ходить? Все надо платить. И 2 месяца в аппарате – это недорогая плата за то, что... Нет никаких элементов хирургической агрессии в вашем. Потому что это самый малоагрессивный способ лечения. Ну, через костный остеосинтез. Все-таки. Бывают спицевые остеомиелиты. Ну как ухаживать? Короткий аппарат. Короткий. Я понимаю. Но как все равно человек привязан к клинике или дома эти шарики меняет, пропитывает их спиртом и так далее, и так далее. Ну почему нет? Никто не против, можно попробовать. Нет, виртуально это идеальный способ. А, конечно, когда его начнешь широко внедрять, ну, мы, собственно говоря, его уже внедряли, делали, там появятся свои проблемы. Но, в общем-то, как бы... Со всех позиций он... Если он не будет стандарты качества в теперешней клинической рекомендации... Ну, клинической рекомендации еще нет покоя. Ну, пока на эту тему нет, согласен. Наверное, их надо создать. Я думаю, что вам придется создавать молодежь. Я согласен, но это у нас уже такая хорошая дискуссия. Еще есть вопросы, коллеги? Если нет, спасибо вам, Павел Иванович. Следующий тогда доклад.